студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. В Старомосковье и Губкине продолжается дождливая неделя. По данным гидрометцентра, во вторник, 19 апреля, пасмурно, но тепло. Утром около 15 градусов выше 0. В обед восточный ветер принесет с собой дождевые тучи. Термометры покажут плюс 19. Вечером и ночью 13 градусов. Потоки воздуха изменят направление и придут с юго-востока. Луна убывающая, неустойчивое магнитное поле, из-за чего метеозависимые люди могут почувствовать легкое недомогание. Рассвет в 5:25. Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба.